14 апреля в Тверском Суворовском военном училище прошло награждение суворовцев, которые проиллюстрировали книгу «Экспедиция на вырост» Елены Панюхиной. Подробности в нашем сюжете. В издании повествуется о том, что в 1733 году в Твери были сформированы отряды Великой Северной экспедиции под руководством капитан-командора Витуса Беринга. А на тверских верфях построены для нее первые речные корабли. 10 лет через тайгу, горные перевалы, заснеженную тундру, штормящие моря шли землепроходцы. Открывали новые земли, изучали и наносили на карту неизведанные просторы северо-востока империи. Наравне со взрослыми в грандиозном переходе участвовал ребенок Лаврентий Ваксель, будущий контр-адмирал российского флота, которому предстояло провести свое детство в условиях суровой северной экспедиции. Воодушевило нас то, что мы обнаружили, что ребята вообще ничего по этой теме не знают. То есть это печальная, конечно, новость, но мы имеем право это сказать, потому что мы 5 лет работали по данной теме с детьми. Сначала по президентским грантам, потом мы разработали программу для детских лагерей летних. В 4-летнем возрасте он вместе с отцом ушел из Твери, а в 12 лет зимовал вместе с командой пакетбота «Святой Петр» на необитаемом острове в Тихом океане. Преодолеть тяжесть походных условий Лаврентию помогла любовь к рисованию. Поэтому иллюстрации книги сделаны не профессиональными художниками, а курсантами Тверского Суворовского военного училища, сверстниками главного героя книги, так же, как и он, мечтающими стать офицерами и служить России. И мы обнаружили, что книг художественных, таких, чтобы интересно, вот, чтобы ребенок захватило это, ни энциклопедического плана нету. То есть посоветовать ребятам почитать нечего. И тут же параллельно, так как вот Сергей увлекается историей Великой Северной экспедиции, мы обнаружили такой факт. В этой экспедиции был ребенок. Осенью 2022 года Тверское Суворовское военное училище приняло участие в этом проекте, посвященном 290-летию начала Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Воспитанники училища создали иллюстрации для книги об этом походе. Это, по сути, наш как бы вклад в эту книгу, то, что мы как бы оставим лично наше мнение в этой книге. На церемонии награждения присутствовали председатель общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук, руководитель проекта, директор исследовательского центра землепроходца Сергей Панюхин, автор книги Елена Панюхина, руководящий состав училища и воспитанники. В ходе мероприятия суворовцам рассказали о значении экспедиции для России и мира в целом. После этого принимавшим участие в проекте были вручены благодарственные письма от председателя общественной палаты города Твери и экземпляры книги «Экспедиция на вырост».